у Владыки есть мечта. Я знаю, что его, особенно сейчас, жизнь, она вся сосредоточена на строительстве кафедрального собора. Он очень сильно переживает за это. Тяжело строительство идет. Фактически с 99 года, когда была первая попытка определить место для строительства собора, и до сегодняшнего дня вот, очень тяжело идет стройка. И он всегда говорит такие слова, что Преображенский кафедральный собор станет не только украшением, но он будет выполнять свою миссионерскую такую роль для православия, для России. Все те корабли, которые будут заходить в бухту Золотой Рог, они будут видеть золотые купола. И мы его назвали Преображенский храм, чтобы вместе с строительством храма преобразился Владивосток, центр, столица нашего Приморского края. А если мы начнем с востока преображаться, а с востока-то начинается наша Родина, восходит солнышко, освещает нашу Родину, то и наша земля русская и Сибирь, Восточная Сибирь, Западная и Зауралье преобразится. Мы так верим. С Богом!